В работе съезда участие приняли более 130 делегатов из всех 16 городских и сельских поселений Одинцовского района. Все они представляют действующие первичные отделения. На конференцию также были приглашены депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков и член политсовета Московского областного регионального отделения партии, первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина. К настоящему моменту зарегистрировано 130 делегатов. Все они представляют действующие первичные отделения. Конференция правомочна. Кворум для принятия решений имеется. Есть предложение начать работу конференции. Участниками съезда единогласно был избран президиум, в который вошли Андрей Иванов, Лариса Лазутина, Дмитрий Голубков, Александр Гусев и Андрей Терехин. Секретарем местного политсовета вновь стал Андрей Иванов. В числе основных достижений в работе местного отделения «Единой России» за 2017 год стало создание фракции партии в районном совете депутатов и организация местного координационного совета сторонников партии. В этом году одинцовские сторонники партии подготовили и успешно провели большое количество мероприятий и акций. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в средствах массовой информации, на сайтах местного и регионального отделений партии. Совет сторонников при активной помощи и участии Ирины Гайворонской реализовал такие проекты, как «Защитим старшее поколение от мошенников» и «Дорогой добрых дел». Эти инициативы отмечены на федеральном уровне в числе лучших. Секретарь местного отделения также добавил, что Одинцовский местный исполнительный комитет партии был признан лучшим в Московской области по заполнению и введению информационной системы «Вся Россия». На конференции делегаты избрали рабочие органы по составу секретариата конференции, мандатные и редакционные комиссии, а избрание новых членов местного политсовета осуществлялось тайным голосованием. В бюллетени внесены Владимир Винницкий, Александр Дударов и Михаил Зимовец. Для проведения тайного голосования был объявлен перерыв. Пока работала счетная комиссия, участники конференции рассмотрели вопрос о выборах делегатов на 22-ю конференцию. Число делегатов определялось из расчета «один человек» от 450 членов партии. В итоге представлять Одинцовский район на конференции будут Владимир Горяев, Александр Гусев, Вячеслав Киреев, Александр Клименко и Мария Мотылева. По итогам тайного голосования по выбору политсовета кандидатуры Винницкого, Дударова и Зимовца были утверждены. Самой приятной частью мероприятия стало награждение наиболее активных членов партии. Достигнуты результаты и в партийном строительстве. Численность членов партии 1950 в 2016 году и 2452 члена партии в 2017 году. Рост составил 25,8%. Численность сторонников партии 1864 человека в 2016 году и 2366 членов сторонников в 2017 году. Рост по этому показателю составил 26,9%. Всего, как отметил секретарь местного отделения «Единой России», сейчас на территории городских и сельских поселений успешно реализуются 11 проектов, в рамках которых с начала года было организовано и проведено 127 различных мероприятий. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».